там друзей помочь в подготовке, поработать, как Михаил Рогозин там. Знаете, он и в ударке хороший, и в партере хороший, так что таких и соперников подбирал, которые там были, честно говоря, спарринг-партнеры хорошие в Таиланде. Мне много кто помог. Немного подышим, к бою подходить будем уже, как бы, да. Посмотрим. Сейчас тренера скажут, что делать.